Подвести итоги. В Тольятти на площадке АвтоВАЗа состоялся Самарский областной форум «Стратегия лидерства». Он стал финальной точкой, где систематизировали идеи, предложения и цели, выработанные в ходе большой и кропотливой работы над концепцией развития Самарской области. Масштабный документ, определяющий будущее субъекта, сложится из стратегии развития городов и районов. Они разрабатывались вместе с жителями и резолюции региональных стратегических сессий по отдельным социально-экономическим направлениям. Всего их было 7. Это здравоохранение, новое качество жизни, воспитание и образование, кадровая политика, экономический прорыв, сельское хозяйство, перспективы развития малых городов. К обсуждению привлекались федеральные эксперты, местные специалисты и представители общественности. Работа над стратегией лидерства проходила по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Документ определит долгосрочные цели развития Самарской области до 2030 года.